Тут много машин, оттуда машина ехала, оттуда ехала. Я здесь стоял. Я здесь назад отъехал, чтобы пропустить. Машина проехала. Он проехал потихонечку и провалился. Ну, просто под ним провалился асфальт. Ну, плавно, не на скорости, он потихоньку въехал, плавно, он так и упал. Ориентируйте, если бы хорошо машина, если бы так человек с коляской там, в садик рядом, с коляской могли так же провалиться. Там, посмотрите, там что там творится, там яма, человеческий рост практически. Угу. Понятно. И это надо сейчас как-то закрывать, это надо, чтобы кто-то закрыл. Хотя бы закрыли, чтобы до утра, там, пока сделают дорожники. Или сделают ли они вообще это все? Ну да. А в каком ходу? С той стороны. Осенью, с той стороны конечно. Колодца была яма такая. Ага. Такая же яма была. Везде жаловались, и толку не было. Засыпали мусором и все. С той стороны была яма, тоже провалена была. Uh-huh. Засыпали, ну теперь с той стороны провалились. Где-то слабое место нашлось, грунт ушел. Ну а ощущения вообще, которые вы испытали, когда машина пошла вниз? Вы поняли, что произошло, что вы провалились? Или... Естественно, она остановилась. Угу. Просто остановилась. Я не буду больше дальше чего говорить, потому что это просто без слов. Без комментариев называется.